Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Я приветствую вас, дорогие мои друзья. И сегодня мы с вами закрепим пройденный материал. Как вы уже знаете, все 28 букв арабского алфавита обозначают только согласные звуки. При их произношении струя воздуха встречает препятствие в ротовой полости, образуя шум. Краткие гласные звуки обозначаются с помощью вспомогательных значков, огласовок, харака. Важно отметить, что краткие гласные звуки при чтении не протягиваются и всегда читаются коротко. Буква алиф, вертикальная черточка, самостоятельно никакого звука не обозначает. Вместе с огласовками фатха, кясра и дамма образуют звуки а, и, у. Произносится свободным выдыханием воздуха из нижней части гортани, без участия языка. А также мы с вами изучили три долгих гласных, три буквы удлинения, харфи, мат по-арабски, буква алиф, буква «Я» и буква «Вау». Также мы с вами узнали, что алиф становится харфимадом в том случае, если сам не огласован, а буква, стоящая перед ним, несет огласовку фатха. Буква «Я» становится харфимадом в том случае, если она сама не огласована, а буква, стоящая перед ней, несет огласовку кясра. Буква «Вау» становится харфимадом, если сама не огласована, а буква перед ней имеет огласовку. На примере давайте с вами разберем хороший очень пример для всех трех харфимадов. Слово «ва-у-ти-на». Значит, здесь мы видим, да, что «вау» оказывается долгим харфимадом, так как написан без огласовки, да, без огласовки, а буква, стоящая перед ним, несет огласовку «дама». Точно так же «я» становится харфимадом, так как сам не огласован, но буква, стоящая перед ним, несет огласовку «кясра». И на примере харфимада с буквой алиф. Буква, стоящая перед ним, несет огласовку фатха. Ва-у-ти-на. Ва-у-ти-на. Я надеюсь, вы усвоили, дорогие мои друзья, этот урок. Я надеюсь, что что-то я смогла вам объяснить, потому что, еще раз повторяю, я учусь вместе с вами и хочу, чтобы вы тоже познавали арабский и учили алфавит и познавали в дальнейшем чтение и правильное соблюдение махраджа, таджвида. То есть все, что связано со чтением Корана. И привела я вам в оконцовый пример с буквой «Б». То есть помогла я вам вот таким образом, обозначив, чтобы вы понимали, это буква. То есть квадратик – это подразумевающаяся буква любая арабского алфавита, несущая фатху. Следом идет алиф, и звук удлиняется. Если при
просто огласовки без алифа, мы прочтем это как краткость звука, например, на б, да, то дополняющий алиф произведет удлинение б. Б. Бу. То есть мы видим вау, неогласованная, да? Мы видим буква с дамой впереди стоящая. Тем самым звук мы удлиняем. Бу. Бу. Би. Би. Я постаралась объяснить своими словами, дорогие мои друзья. Надеюсь, вам было понятно. Всего вам доброго, всего наилучшего. Пусть в ваших домах процветает добро, здоровье. Пусть у вас в жизни будет направлено все к вере. Всего вам самого доброго, наилучшего. Ассаламу алейкум, варахматуллахи, ва баракатух.